Онлайн-выставка Gamescom начала свою трансляцию сегодня, 27 августа в 9 часов по московскому времени. Показали немало интересного, но мы-то ждали, конечно, новостей о новом дополнении «За гранью света», а точнее, новых материалов о подклассах стражей, использующих темную силу – стазис. Bungie показали впечатляющий трейлер, в котором раскрыли название каждого подкласса. Ветка охотников будет носить имя Ревенант. Варлоки называются заклинателями теней. Ну а титаны – чудовищами. Каждый класс на протяжении трейлера демонстрирует свои новые разрушительные навыки. Часть кадров мы уже видели, однако новых моментов в ролике достаточно. Но я предлагаю вам взглянуть не на вырезки из трейлера, а на моменты геймплейного ролика, который входил в пресс-релиз. Никакой музыки, только звуки с поля сражения и новых способностей. АСМР-трейлер. Делай громче. Итак, каждый класс, использующий ветку стазиса, может замораживать врагов. Но способы того, как они это делают, отличаются довольно сильно. Способность Титана напоминает текущую ветку воителя, но с одной большой разницей. Каждый удар плечом замораживает противника, прежде чем страж разобьет его на осколки. Позднее в трейлере можно будет увидеть еще некий купол, напоминающий купол Титана, пустотной ветке. Попавшие в него противники застывают на месте. Боюсь загадывать, но это дает предпосылки думать, что силы стазиса добавят каждому классу больше одной ульты, либо преобразуют уже существующие. Ульта Варлока – призыв морозного посоха, из которого игрок может на дальней дистанции стрелять и тем самым обездвиживать противников. Ну а охотник использует метательные топорики-ледорубы, чем-то напоминающие нижнюю ветку ночного охотника. Ульта дает возможность нанести несколько точных бросков. Попадания мгновенно разбивают на кусочки льда замороженного врага. Кроме этого, в геймплее можно рассмотреть и метательные сюрикены охотника, которых в арсенале игрока из видео 2
Наверняка благодаря какому-то новому экзоту. Они же, кстати, еще и рикошетом отскакивают от одного врага к другому. Ну а граната возводит стену льда. Ее мы уже видели в первом трейлере с демонстрацией стазиса. Подобная граната, судя по другим кадрам, возможно, есть и в арсенале других классов. На самом деле, гадать остается не так много времени, как мы могли подумать. На специальной странице разработчики объявили, что подробно расскажут о том, как будет использовать силы стазиса каждый класс игрока. Откроют серию материалов Warlock, о нем расскажут уже 1 сентября. Титан перевернет календарь и покажет свои новые силы 3 сентября. Ну а охотники научат метать топоры уже 8 сентября. Будут ли это стримы, небольшие видео или статьи, не уточняется. Но так или иначе, я на канале обязательно буду публиковать обзор каждому классу. Так что ждем информации вместе. Сейчас она должна пойти прям лавиной, судя по плотному графику. Поняли, да? Лавиной. Ну, снег, стазис. Короче, чтобы не пропустить, жми не только кнопку подписки на канал, но и колокольчик. Каналу поможешь дойти до заветной отметки в 100 000, а сам будешь всегда в курсе новостей. До связи!